Израильские ученые разгадали одну из самых важных археологических загадок в истории Иерусалима. В ходе раскопок были обнаружены развалины древней крепости Акра, построенной более 2000 лет назад греческим царем Антиохом Эпифаном. Крепость Акра упоминалась еще у Иосифа Флавия. Ее называли ключом к древнему Иерусалиму израильские цари. С ее помощью управляли городом и следили за работой храма. Археологи занимались поисками объекта около сотни лет. И только в последние несколько месяцев им удалось найти фрагменты Акры, часть массивной стены и фундамент башни. На месте раскопок были также обнаружены бронзовые наконечники, свинцовые ядра и камни для баллисты. Археологи полагают, что они остались на поле боя после сражения между греками и маковеями. Археологический комплекс будет открыт для посетителей в дни праздника Ханука.